Здравствуйте, с вами канал Максимадзе, у меня в гостях Лёха. Всем привет. Погромче как говори. Бай? Говори немного погромче. Да, нормально. Всем привет, короче. То ты и так тихо говоришь. Короче, сегодня у нас игрушка, которую сделал в IT Алекс и Макс versus... теперь Эндрю Сэм versus Максимадзе. Короче, это сиквел той самой игры, в которую играл я, в которую играл Лёха. Сегодня мы посмотрим на первую демку, которую он сделал. Давайте. Надеюсь, она хоть как-то будет отличаться. Будет, конечно. Ну, локация пока та же самая. Ну, Эндрю Сэм двигается, я вижу. Интро Эндрю Сэма прозвучало только что. Музыка. Погромче чуть-чуть. О, нормально. Так, как это все пропустить-то? Может, оно само, конечно, пройдет. Или может мне что-то... Все. Мы играем за Эндрю Сэма, оказывается. О, можно присесть. Можно ложиться. Ну да. Ой, а как тут? Подожди. Вот так. Был 2022 год. 2022 год это этот. Год водяного голубого тигра. Значит. Было лето. Будущее, блин. Значит, мы сейчас 2023 играем? Наверное. Или игра будет 23. Может быть. Возможно, прошел месяц, возможно, лето сменилось. Осенью, возможно, год. Но Эндрю Сэм решил, что настало время ему победить в новой игре. На этот раз он выбрал роль не босса, сменив роль, он решил подготовиться еще лучше, чем в прошлой великой игре. Хорошо. В этом городе есть скейт-парк, сказал Эндрю. Нужно сказать, чтобы сражения проходили там, а еще чтобы ночью, чтобы никто не мешал. Вот и автор канала «Чё хочу, то врачу» подъехал. Интересно. Мне что-то кажется, что тебя плохо слышно будет. Пусть начнутся жестокие баталии. Подожди. Никаких подсказок, кроме как склонись, чтобы не получить урон. Ты встретишь его на скейт-парке. Слушай внимательно, это студия звукозаписи, обучающий уровень. Запускаем, да. Сейчас Control Sense. Так. Луис Лопес. Луис Лопес написал. Опа. Смотрите-ка. У него другой. Ох, ё-моё. Ой. Так, это атаковать, да? Я батарейку кинул, подожди. Да. Уклоняемся, кидаем батарейку. Да куда ты, не в ту сторону? Ой, а что, кончились батарейки? Ну, давай, а что ты не бьешь ты его? Я непобедимый, ты не понимаешь. Мне нельзя победить. Да! Ой, чё? Ты чё, украл мой самокат или сломал его? Не знаю. Куда это полез? Я вижу. Ой. Ой, это что за вспышка? А это что? Че? Это не самое интересное, самое интересное вот это. Что это? Это самое интересное, самое интересное. Что это такое? Ой. А что делать-то? Не знаю, попробуй залезть. Так. Ой. Я тебя отбрасываю. Да. Получаю. Не знаю. Руками. Да. Ой.
смысле, я что, умер, что ли? Ну и? Все-таки умер, да? Что-то громко. Не расслабляйся, ведь скоро придет Максимадзе. Я как раз... Чего? Как так? Блин, ребята, что ему сделал плохого? А правда, что ему сделал плохого? Вот, вот и закончилась игра Эндрю Сэм versus Максимадзе, который был не Максимадзе. Да. Не, ну если честно, это намного лучше, чем в прошлый раз. Мне понравилось. Мне вот понравилось, очень понравилось. Да, просто... да, это было смешно. Там больше всяких моего голоса, ну, и всяких там предметов, ну там, анимации, это было бы вообще прекрасно. Но и сейчас это тоже отлично. Как у тебя неожиданно как-то смотришь и видишь себя в игре как-то, ну, непривычно. Да. Короче, я жду от Войти Алексеева продолжения. Точнее, мы ждем оба. Такой вот коротенький ролик. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписываться. С нас эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал. На Чухчету Ворочу канал подписывайтесь. Надеюсь, что там активность скоро вернется. И всем пока.